Тише, Теодор. Ехать долго. Кинан приказал убить меня? Ничего не понимаю. Он ведь был мне как отец. Я спрошу его сам. Я не слушал, когда он говорил, что язычники не хуже нас. Что жить мирно можно и с несколькими богами. Один лик или много. Это не важно. Нам всем повезло жить в лучах его славы. Сменил мнение, Теодор? Сменил. И повязку тоже надо сменить.
встрече. Покажи-ка. Советую купить. Нет, правда? Отличный выбор. И что, это все? Надеюсь, скоро... Удивительная тут стража. Его лихорадит, он впадает в беспамятство, но еще жив. Неужто гниль попала в кровь? Жаль, очень жаль. Его похитили те люди? Они говорят, что их нанял Кинан. Так это Кинан? Не знаю почему, но он заплатил за убийство Теодора. Сама видишь, как они справились. Кинан с мальчиком были схожи. Истовые христиане, что спорили со мной о природе жизни, но он стал мягче. Люди часто творят зло ради власти и чтобы выжить. Может, он хочет предать огню Теодора? Разве в жертву приносят не вождя? Если назвать мальчика элдерменом посмертно, обычай не будет нарушен. Значит, нужно остановить Кинана. Ты залечишь раны Теодора? Я неплохая целительница, но если боги ждут его, мне не помешать им. Эйвор, что ты сделаешь с Кинаном? Я раскрою его обман. Пусть народ решит, достоин ли он славной смерти. Ты пощадишь того, кто очернил твое имя? Отвечу ему тем же. Пусть на мерзавца плюнет даже его бог. Твоя решимость крепка. Тогда скачи, как Рианон. Спасибо, Модран. Присмотри за Теодором. Нужно отыскать Кинана до конца праздника. Нужно найти Кинана, прежде чем меня заметят. Начну с длинного дома.
держит их Кинан. Здесь его нет. Может, кто-то его видел? Бригитта. Прочищу уши. Возможно, смогу разобрать хоть одно ее слово. Эйвор, finally тири те хвалит. Бригитта, я рад тебя видеть. Эйвор, what has become of Tevter? Did you faint your scarf? Спасибо. Бригитта, я нашла брошенное гнездо в стропилах. Принесу его домой, матушке. If you cattle it, then the Babans will do it and all lay a good... А, это ты! Убийца в Самайн! Убийца в Самайн? Неважно. Гвенет, я ищу Кинана. Ты его видела? Он занят праздником и прогнал меня к Бригитте. Хочешь посмотреть, какие чары я теперь знаю? Если я соглашусь, покажешь, где Кинан? Одно заклинание, и все покажу. Так, засунь руку в мешочек. И сейчас у тебя в руке три камушка. Это поразительно, но нам очень нужно найти Кинана. Идем, найдем его скорей. Вон там церковницы. Праздник им не нравится. Мама говорит, что они приходят покудахтать. Показать еще чары? Могу достать желудь у тебя из уха. Мне нужно найти Кинана. Это важно. Макс? Расскажи мне о себе, Гвенет. Ты не похожа на других девочек. Мама говорит, что второй такой нет и не будет. От зари мира и до конца всех скорбей. Ты гуляешь совсем одна? И мать тебя отпускает? В праздник она благословляет стариков и камни. Скукота. А твой отец, Гвенет, где он? Об этом не принято говорить. Но я родилась от союза матери с рогатым королем лесов, Кернуном. Вы с Бригиттой близки? Она мне как старшая сестра. Но мы вряд ли вновь увидимся, когда она уйдет с тобой и Гуннером. Чем ты занимаешься, Гвенет? Собираю мертвое для маминых обрядов. Приношу ей всякое. Птиц, мышей, жуков. Еще танцую и говорю с кошками. Нужно найти Кинана. Как скажешь, убийца. Я Эйвор. Хочешь сыграть ворлок? Зачем той женщине маска в полоску? Маска просучихи. Их носят дамы, что тут заправляют. Знаешь, где Кинан? Должен быть в плетеном человеке. Кинан? Для тебя кто угодно. Ты знаешь, где Кинан? Мари Уит! Вот это да! Какой жуткий вид! Ты свободен после праздника? Я ищу Кинана. Да, точно, да. Он в церкви. Кстати, раз уж тебе туда, ему нужно передать этот ящик. Скажи Геве, что я тебя послала. Конечно. А как выглядит Гева? Она в маске барсука. Подбежит к тебе, как увидит. Счастливого Самайна. Гева знает, что ящик ждут в церкви. А с ним и я туда попаду. Субтитры
Так, нельзя. О, ящик. Да-да, идем за мной. Отлично. Сара должна была принести его еще давно. Нужно как-то... Вот ты где, лживый подлец! Эйвор, скажи, тебе по нраву наше празднество? Довольно притворства. Теодор жив. И я знаю, что ты хотел принести его в жертву вместо себя. Думаешь, я хотел избежать костра? Я с радостью взойду на него. Но не позволю христианину-фанатику править Глостером. И что тогда? Ты хочешь лишить людей правителя и обрушить на них кару церкви? Не волнуйся, у нас будет правитель. Модран примет рогатый венец. Хочешь сказать, что Модран солгала? Ха! Мы обвели тебя вокруг пальца, не так ли? Эйвор, это Модран придумала, как убить Теодора? Все ради того, чтобы заполучить Глостершир. Удержать его будет непросто, вас окружают христиане. Выбора не было. Она узрела Теодора с пламенем за спиной. Он жег все, что мы создали вместе. Все? Вы с Модран? Значит, Гвинет? Перед смертью нужно привести все в порядок. Подготовить гнездо детям. Так что вы с этой ведьмой задумали? К чему обманывать меня? Чтобы обеспечить жизнь своей дочери? Я возжелал Модран. И когда она попросила меня поучаствовать в обряде плодородия, согласился. Наш союз породил не только Гвинет, но и единый Глостершир. А Теодор жаждет его уничтожить. Тут ты ошибся, Кинан. Теодор изменился. И мыслит подобно тебе. Теодор? Но он упрям, как осел. Это ты его вразумил? Не только я. Доброта разбойников и странные бриты. Он принял Христа и Кернуна. Эх. Пророчество – странная вещь, да? Теодору хватило похищения и помощи упорного Дана. Эйвор, Модран повела Теодора в свое лесное святилище. Если поспешишь, успеешь ей помешать. Я отвел бы тебя сам, но у меня слишком много дел. Иди же. Или ты хочешь меня убить? Ты и так скоро умрешь. Я не стану карать народ за твои проступки. Спасибо, Эйвор. Твоя милость вознаградится, я уверен. Что ты видишь?
Здесь полно стражников. Но я узнаю голос Модрана. Самый священный день года, мать общается с самими богами. А мы взять все в свои руки. Я горю! Ловушка. Тише, что-то не так. Thank you.
кровь и пот, жизнь и смерть. Твое тело пожрет червь. Модран, стой! Или умрешь от моей руки! Так и знала, что Кинану не хватит духа четвертовать тебя. Ты хладнокровно пожертвовала любовником, чтобы спастись. Как мало ты понимаешь. Неважно. Я просвещу тебя с яростью богов! Давай же, оставь Глостершир в руках христианина и ради чего? Славы и торговых путей? Думаешь, твои боги не в силах изменить Теодора? Он уже не тот фанатик, которым был раньше. Легко солгать из страха смерти. Едва ты уйдешь, он убьет меня и станет жечь мой народ. Мне было видение. Да, Кинан рассказал мне. Норны плетут наши судьбы, но если бы не похищение... Теодор не изменился бы. Значит, жалеть не о чем. Но мне было видение и о тебе, о пути вьющемся, как река Ус. Корчи провидца искажают и тело, и слова. Но пророчество как поток, с которым нет смысла бороться. Она защищала своих людей. И очернила твое имя. Запятнала свою честь и их честь тоже. Кинан еще жив. Попрощайся с ним и не попадайся мне, ведьма. Мама? Что происходит? Это... Мы в аду? Нет, в Англии. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Но тут как-то странновато пахнет, да? Ты станешь Элдерманом. Хотя тебя и пытались убить несколько раз. Убить? О чем ты говоришь? Боже! Ты в безопасности, а обряд в Глостере пройдет как надо. Отдыхай, и твои раны скоро затянутся. Благодарю тебя, мать Модрун. Милая женщина... Хоть и устрашающе. Идем отсюда, в этой пещере так жутко.
Я вернулся. Гуннар, рад видеть друга, даже твою ужасную рожу. Я думал, что пройду этот путь с тобой, но мне пора возвращаться, а мы лишь раз выпили вместе. Не бойся, Эйвор. Она с тобой сложит еще не одну сагу, и поминать будут с почтением. Да, сагу. Сагу о Глостере, прекрасном крае, полном дураков. За это можно выпить. Спасибо тебе. Для тебя что угодно, друг. Тогда пойдем попрощаемся. А после, наконец, отправимся домой. Да, Бригитте точно понравится Рандви. Бригитта и Гуннар уже ушли. Присоединюсь к ним. Встретились на жертвоприношении Симкина. И я сразу влюбился в тебя. Как же давно. Достойный конец 20 годам благоденствия. Гвен! Прошу, не надо! Сожжем что-то еще! Кого-то другого! Тише, милая. Я вернусь в землю, к деревьям и ячменю. Мое тело будет кормить богов, червей и даже тебя. Я буду рядом. И через много лет, когда ты состаришься, мы увидимся вновь. Папа! Я думала, что буду готова. Что ж, пора. Вот, корона. Это твоя судьба. Ты здесь, несмотря на трудности. Равно как и ты, Эйвор, друг Глостершира. Не зря тебя все так восхваляют. Хоть ты мне ничем не обязан, позаботься о них. Муки других не приносят мне радости. Узнай ты меня получше, понял бы это. Я был вашим элдерменом 20 лет. Настало время исполнить последний долг. Я всегда был с вами. Мы вместе трудились. Вместе встречали рождение и смерти. Вместе росли и учились. Леченый человек готов, король. Твой алтарь ждет. Я горд быть вашим королем урожая. Когда огонь догорит, вас ждет долгое лето и краткие зимы. Он смог умереть той смертью, которой жаждал. Стал пищей голодных богов.
Эйвор, окажи нам честь. Славься же, король! Гнусные нехристи! Наш, иже еси на небесех, и мать на земле, прошу, прошу, примите мою жертву, примите плоть мою и кость, даруйте благо. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Что сегодня? Советую. Тебе это очень пригодится. Больше ничего не куп? И... Приходи еще. Дай взгляну. Ты найдешь этому применение. Я отложу для тебя немного. Это все? Мне. Всегда тебе рада, Эйвор. Ох, как вы с Петрой гонялись за белым оленем, ничего не соображая. Я чуть не умер со смеху. Что сегодня предложишь? Это все? Мне... Хорошей охоты.
Здравствуй. Даже не знаю, как описать то, что случилось в Глостершире. Думаю, скоро ты сама узнаешь. Но мы заключили союз? Да. Но это было нелегко. Посмотрим на карту союзов. Я получила весточку из Ноттингемшира, что на севере, от твоего друга Вилли. Вилли? Не слышал о нем зим 10, если не больше. Как он? Неплохо. Вилли приглашает тебя на пир и празднество в честь его отца, Ярла Хеминга. Что ж, я согласен. Рад буду повидаться с Вилли. Стоит напомнить, что его отец, Ярл Хеминг, стал бы ценным союзником. Навестишь их? Отправлюсь в Ноттингемшир сегодня же. Они будут рады.